Ну, скорее всего, это лирическая комедия, в которой, наверное, комедии чуть-чуть больше, чем лирики. Хотя... Это гротесковая комедия с элементами ситкома и глубочайшей душевной драмы. Это вообще была потрясающая работа, потому что это было так все здорово, так все как-то весело, очень дружно, очень творчески. И я просто влюблен в своих партнеров. И я, честно говоря, вот не припомню такого ощущения счастья. Таня! Я другого! Партнеры, с которыми учился вместе, и встречался на съемочной площадке, и вновь увидеться и вместе работать, получал удовольствие огромное от этого. Режиссер, он нам давал, в общем, свободу и никогда не говорил, что это полная чушь, этого не надо. То есть мы спорили иногда, что-то там отвергалось, что-то принималось. Но, в общем, это абсолютное такое соавторство, что я всегда невероятно ценю, когда делается какой-то проект. Что сказать зрителям? Расслабьтесь, забудьте о своих проблемах, смейтесь в голос, не стесняйтесь, не зажимайте себя, попытайтесь слиться с нами в нашем таком, не знаю, творческом экстазе, что ли. Счастье поровну или да, возвращайтесь туда, да-да-да-да-да-да-да, одноклассники.